Привет, друзья, с вами блог «Учимся с Алисой», и нам тут рассказали немножко о новой шизофрении у наших фанатов и поклонников. А, значит, они попытались обратиться в управление ЭКТ, КТЭ, ЕКП, ЖПН, неважно, на какую букву это начинается. И суть в том, что они попытались сказать, что экстремистским высказыванием является, что в Великую Отечественную войну победителем был не русский, а советский народ. У нас, я даже не знаю, где они кормятся, из какой помойки эти ребята вылезли. То есть вот этот вот дикий оголтелый национализм свой, о присваивании победы, что якобы чуть ли не под флагом царя у нас русские побежали и победили нацистов. Не советские граждане, не граждане многонационального СССР, а именно русские, они пытаются выдать за ту правду, за которую меня должны оштрафовать, и я в страхе должен рассказывать о любви к Владимиру Владимировичу Путину. Ну, как бы при всем моем уважении к действующей власти, я не должен рассказывать о любви ни к Владимиру Владимировичу, ни к Рамзану Ахматовичу, ни к Евгению, как его Тамовичу, Пригожину, ни к кому бы то ни было еще, ни к Ксении, опять же, как ее Тамовне, Собчак. Это, знаете, я в отличие от вас, ребят, которые на зарплате в Лахте, я имею право на свою позицию. У нас гражданское общество, и оно правовое. Поэтому, ребят, ну, весело, здорово. И ждем от вас новых нападок, новых веселых обращений в прокуратуру, в МВД, в куда там еще, в опеку. 54-е, уже, я не знаю, 54-я тысяча обращений побежала о том, как плохо нашим детям, о том, как вы срочно хотите контролировать наши расходы. Да кишка у вас тонко контролировать, чьи бы то ни было расходы. Это сразу выдает вас благотворителей, которые умеют только пилить деньги. И еще очень часто эти фонды, которые занимаются усыновлением, профессиональные усыновители, вот у них тоже целевые все бюджетные средства, которые к ним приходят. Ребят, спокойнее, если у вас проблемы, ну, как бы, приходите лично, получите в морду. Всем пока.